ребят, мы на канале Мисани. Вот, наконец-то мы открыли все краски. Ну как тут получается? Ну вот, привет, ребята, всем. Вот, смотрите, наконец-то, конечно, ручки немножко измазала я. Но вот мы с Аней наконец-то открыли все цвета. Трудно было их открыть. И вот почти браслетик у нас готов. Смотрите, я уже тут подготовила эти цвета. Они такие, не такие, как красят гуашью или это водяная такая краска на основе. Потому что эти красочки, они такие застывают вот так внутри, как воск немножко такой. Вот прямо так ложишь, берешь, вот я вам покажу сейчас. Прекрасный очень наборчик, прямо вы знаете. Можно сидеть и очень красиво со своим ребенком заниматься. Вот берешь, это наша подружка под столом сидит, она тут у нас всегда. Вы уже, наверное, по нашему влогу видели, какая у нас чихуауа дома. Она толстенькая, красивенькая, иногда бывает злюга. Да? Как Кэрри. Ну вот, если вам видно, вот так прям берешь. Точечки, чтобы не менять цвет, смотришь, где свой желтенький цвет положить. Вот, вот и вот. Потом берешь, ну, например, зелененький. И опять такими же точечками, очень осторожненько, туда вкладываешь, прямо вот в это вот пространство такое, вот туда вкладываешь цвет, который ты хочешь. Вот. Я не думала, что он так красиво выглядит, так как и у нас на коробочке. Потому что, если вы видите на коробочке, смотрите, такой же получился красивый, красочный браслетик. Вот мы его теперь положим, чтоб он сох, да, красивенько. Да-да. Вот давай-ка, Саня, сюда. Ну вот, пусть он сохнет красивенько, очень. А вот тут, смотрите теперь, что же за прелесть тут у нас. Давай-ка, Саня, будем делать сегодня сердечко. Сделаем-ка сердечко вдвоем. А вот, еще у меня вот такое есть. Да, и вот эту тогда также завяжи, а я покажу, каким узловчиком надо завязывать, что он красивый. Ну, конечно, надо примерить. И можно маме с дочкой или вот, с сыном идти и иметь такие же одинаковые, такого же стиля. Не балуйся, Саня. Хорошо. Ну-ка, я теперь предоставляю. Вот ты очень хотела все цвета. Подожди, я сейчас осторожненько. Это другой. Теперь пока красить будешь, веревочку снимем, чтобы она тебе не мешала. Бери-ка сторона, видишь какая, чтобы вот эти были сверху, чтобы в них очень красиво вливалась красочка. Бери и ну-ка понемножечку крась. Я тебе вот так красивенько их все. Я попробую розовенький. Ой, он... Видишь, какой? Совсем его не видно. Один цвет, которого совсем не видно. Я еще синенький попробую. Ну, давай-ка. Видно хорошо, наверное, да, ребята? Ну-ка, теперь старайся. Вот видишь, чтобы больше было цветов. Смотри, Саня, видишь на коробочке как? Да. Ну, иди ко мне, зайчик. Иди ко мне. Сейчас я покажу всем на тебя, какой ты у нас красавец. Вот. Смотрите, какой у нас красавец. Привет всем. Они очень любят тут у нас видеть. Да, они очень любят, как и я, сниматься. Ну, не знаю, сниматься ли они любят, но что они любят, когда ты снимаешься, это да, правда. Вот теперь желтенького немножко цвета положи.
Дай-ка я тебе бумажку другую вот так сделаю. Смотри. А желтый въедим? Да, очень хорошо. Только ты его не жалей. Побольше так вливай в дырочки. Вот, умничка. Теперь красненького еще. Синенький очень. Ой, какая красивая. Ой, осторожненько. Намного немножко так, чтоб через... О, а там же было розового налито, и получился такой оранжевенький. Ну вот, светлый. Угу, вот так вот их. Надо хорошенечко очень приготовить место, где вы хотите делать это дело, потому что тут немножко... И, конечно, наверное, надо с ребеночком сидеть вместе, потому что тут есть... Они, ну, цвета такие, что они пачкаются и... Вот теперь-то не можно. Ну, давай-ка. А я немножко желтого подбавлю. Хорошо? Хорошо. Ну-ка, я спасибо. Я люблю желтый цвет. Это мой спасибо. Цвет. Желтый, да? Да. Давай-ка. Очень классный цвет, кстати. Ну, спой что-нибудь нам, пока мы тут. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Новый год прошел, а мы еще про Новый год, да? Да, да. Так хочется, что праздник еще так... Не уходили так быстренько. Да. Уже весна за окном скоро, да? Да. Будет очень все клево. Да. И весело. И весело. А у нас день рождения у Сани весной. Да. Будем праздновать со всеми, да? Вместе да. Все, да? Да. Да. Будет очень-очень все хорошо. Да. Вы нам, ребята, напишите. Как вы проводите свой день рождения? Что вы делаете? Какие подарки получаете? Нам интересно. Обязательно вам тоже что-нибудь расскажем интересного, поделимся с вами. Ну что, Саня, показываем? Да. Наборчик свой. Ну что, это когда все высохнет, смотрите, у меня тут высыхает уже мой... Браслетик, вот сердечко, на котором вешается вот такая вот нитка. Очень красивая из кожицы ниточка. И вот у дочки и у мамы, например, одинаковый комплектик. Да? Да? Ну да. Что, наконец-то сделали, да, все мы? Сказываем всем пока. Не забудьте подписаться на канал Мисс Сани, комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока!